ресурсы Земли были исчерпаны, потрачены, разграблены. Отчаявшиеся, оказавшиеся на грани выживания, мы бросились в пучины космоса, где обнаружили новые богатые миры, которые, казалось, только и ждали, чтобы отдать нам свои богатства. Вся Земля была одержима новой идеей. Мы построили планетарные потрошители, самым известным из которых стал USG Ишимура. Переработка планет стала рутиной, позволявшей нам выжить. Однажды мы добрались до Егиды-7, планеты, которая веками была под запретом по неизвестным причинам. И наша алчность взяла верх над осторожностью. Там, глубоко под поверхностью, мы обнаружили артефакт. А вот и он. Красный обелиск. Давно утерянный и давно забытый. Религия, которую я когда-то называл своей собственной, нашла свой священный Грааль, ключ к бессмертию. По крайней мере, так мы думали. Но он не принес спасения. Узрите силу истинной веры! Он стал проклятием. Обелиск породил безумие, убийство и хаос. Он породил некроморф. Те, кому посчастливилось сбежать с планеты в поисках убежища, ринулись к Ишимуре. Колония захвачена, мы не можем вернуться обратно. Но проклятие, которое мы пробудили на Егиде-7, последовало за нами. Тьма поглотила Ишимуру за считанные часы. Корпорация, беспокоясь о своих инвестициях, отправила на корабль небольшой ремонтный отряд. Кто-то торопился, собирая свои вещи. В команде был инженер Айзек Кларк. Айз, привет, это я. И у него были свои причины отправиться завтра к Нейшему. Завтра хотелось поговорить с тобой лично. Там во тьме Айзек нашел смерть. И красный обелиск. Он не был священным, он не был инопланетным, он был создан людьми, и он мог остановить эпидемию. Айзек также нашел Николь. Спасибо, Айз. Я всегда в тебя верю. Наложив на себя руки, она стала видением, которое навеял обелиск. Айзек сумел сбежать. А все вокруг было уничтожено. Началась новая глава в истории Айзека Кларка. Три года спустя он очнулся в госпитале на станции Титан, метрополии правительственного комитета Земли на крупнейшем спутнике Сатурна. Айзек выжил, но его разум замутнен. Ибо обелиск меняет все. Айзек, ты там? Прием, Айзек. О боже, прости, пожалуйста, Айзек. У нас же разница во времени. Я позвоню тебе нет, позже. Нет, все в порядке. Нормально. Как у тебя дела? Хорошо. Ты был прав, Айзек. Ишимура – изумительный корабль. Мне так повезло, что я буду служить на нем. Тогда пользуйся моментом. В следующем году корабль списывают. Айзек, спасибо тебе. За что? Ты заставлял меня двигаться дальше. Если бы не твоя настойчивость, я давно бы все бросила. Но ты подталкивал меня.
Помни, я расстаюсь с тобой на 6 месяцев ради этого. По-моему, мы выходим из зоны приема. Айзек, прием. Ты меня слышишь? Я позвоню тебе сразу, как только смогу, хорошо? Айзек. Айзек! Сосредоточьтесь, мистер Кларк. Итак, вы рассказывали мне о своих кошмарах, в которых фигурирует ваша погибшая подруга. Как там было ее имя? Николь. Я не хотела, чтобы все так закончилось. Хотела тебя вновь увидеть. Хотя бы разок. Я любила тебя. Всегда любила. Ах да. Николь Бреннан. Она ведь была старшим медиком на борту корабля класса «Планетарный потрошитель». Ишимура. USG Ишимура, верно. Экспедиция по добыче руды на Егиде-7. Связь с ними пропала вскоре после их прибытия к планете. И вы в составе ремонтной команды отправились к ним на помощь. Причем вы вызвались добровольно, верно? Что произошло на борту корабля, Айзек? Они нашли кое-что. Что они нашли на этом корабле, Айзек? Обелиск. Вы контактировали с этим обелиском? Он вызывал у вас видения, верно? Неприятные видения. Он говорил со мной. Что он говорил, Айзек? Что он вам говорил, Айзек? Айзек! Айзек, вы меня слышите? Айзек! Айзек! Айзек, вы слышите меня? Дейна, я обнаружил Айзека Кларка. Повторяю, я нашел его. Отлично, Франко. Только осторожно. Он долго был в отключке. Так. Хорошо, хорошо. Спокойно, спокойно. Сейчас мы снимем эту смирительную рубашку. Где? Где я? Знаю, ты в замешательстве. Нет времени объяснять, доверься мне, хорошо? Слушай, все очень-очень плохо! Let's go.
Огонь, так ладно, огонь! Директор Тейн, всему персоналу приказываю уничтожить все ключевые объекты и полностью зачистить комплекс. Это не учение. Тейн, конец сообщения. Нет, я не готов. Я не выдержу еще один сеанс, я... Точно. Прямо с утра и начнем. Поговорим о том, что ты видел сегодня. Давай, Строс. Я здесь, чтобы помочь тебе. Черный светился красными символами. Символы нашептывали мне. И что же они тебе нашептывали? Нужен Строс. Всего лишь осколок. Но он так засрал мне голову мыслями, что там и для чего больше не осталось места. Я не могу вспомнить, как она выглядит. Почему я не могу вспомнить ее? Символы, Строс. Что тебе говорили символы? Они сказали, что я не виноват. Я их не убивал. Они не заслужили этого, и я не заслужил этого. Падла. Верните мистера Стросса обратно в стазис. Увеличьте ему дозу на 30 миллиграмм. И попробуем добиться чего-то на завтрашнем сеансе. Объект Нолан Стросс. Сеанс 158. Итак... Сегодня глаз выглядит намного лучше, правда? Болит. Он все еще болит. Да, я назначу тебе еще один сеанс завтра. Нет, я не готов. Я не выдержу еще один сеанс, я... Точно. Прямо с утра и начнем. Поговорим о том, что ты видел сегодня. Давай, Строс. Я здесь, чтобы помочь тебе. Он был черный. Черный светился красными символами. Символы нашептывали мне. И что же они тебе нашептывали? Нужен Строс. Что? Это был всего лишь осколок. Но он так засрал мне голову мыслями, что там... Для чего больше не осталось места. Я не могу вспомнить, как она выглядит. Почему я не могу вспомнить ее? Символы, Строс. Что тебе говорили символы? Они сказали, что я не виноват. Я их не убивал. Они не заслужили этого, и я не заслужил этого. Падла. Верните мистера Стросса обратно в стазис. Увеличьте ему дозу на 30 миллиграмм. И попробуем добиться чего-то на завтрашнем сеансе. Объект Нолан Стросс. Сеанс 158. Итак. Сегодня глаз выглядит намного лучше, правда? Болит. Он все еще болит. Да, я назначу тебе еще один сеанс завтра. Нет, я не готов. Я не выдержу еще один сеанс, я... Точно. Прямо с утра и начнем. Поговорим о том, что ты видел сегодня. Давай, Строс. Я здесь, чтобы помочь тебе. Он был черный. Черный светился красными символами. Символы нашептывали мне. И что же они тебе нашептывали? Ну же, Строс, что? Это был всего лишь осколок. Но он так засрал себе голову мыслями, что там... И для чего больше не осталось места.
не могу вспомнить, как она выглядит. Почему я не могу вспомнить ее? Символы, Стросс. Что тебе говорили символы? Они сказали, что я не виноват. Я их не убивал. Они не заслужили этого, и я не заслужил этого. Падла. Верните мистера Стросса обратно в стазис. Увеличьте ему дозу на 30 миллиграмм. И попробуем добиться чего-то на завтрашнем сеансе. Объект Нолан Стросс. Сеанс 158. Итак. Сегодня глаз выглядит намного лучше, правда? Болит. Он все еще болит. Да, я назначу тебе еще один сеанс завтра. Нет, я не готов. Я не выдержу еще один сеанс, я... Точно. Прямо с утра и начнем. Поговорим о том, что ты видел сегодня. Давай, Стросс. Я здесь, чтобы помочь тебе. Он был черный. Черный светился красными символами. Символы нашептывали мне. И что же они тебе нашептывали? Ну же, Стросс, что? Это был всего лишь осколок. Всего лишь осколок. Но он так засрался мне голову мыслями, что там... И для чего больше не осталось места. Я не могу вспомнить, как она выглядит. Почему я не могу вспомнить ее? Итак. Сегодня глаз выглядит намного лучше, правда? Болит. Он все еще болит. Да, я назначу тебе еще один сеанс завтра. Нет, я не готов. Я не выдержу еще один сеанс, я... Точно. Прямо с утра и начнем. Поговорим о том, что ты видел сегодня. Давай, Стросс. Я здесь, чтобы помочь тебе. Говорит директор Дэйс. Ему персоналу приказываю уничтожить все ключевые объекты и полностью зачистить комнату. Даже не увидишь, что здесь, конечно... Ты чего, мужик? Пациент 4. Я помню тебя. Тейдман сказал, что все ключевые объекты должны быть ликвидированы, уничтожены. Вот еще один. Эй, послушай. А какой смысл? Да послушай же. А какой смысл? Мы оба можем выбраться отсюда. Просто сними с меня это дерьмо. Никто не выберется отсюда живым. Никто. Не делай этого. От того, что я сделал, нет спасения. Успокойся, приятель. Ты только успокойся. Твой икс красный. Красный. Тут в стенном шкафчике аптечка и фонарик. Забирай их. Давай же, забирай. Мне они больше не понадобятся.
Айзек, мы все будем гореть в аду за то, что с тобой сделали. Это ты? Кто ты? Меня зовут Дейна. Я пытаюсь спасти тебя. Почему? Что происходит? У тебя редкая форма безумия, Айзек, которую ты подхватил на Эгиде 7. Откуда ты знаешь? Откуда ты все обо мне знаешь? Эта болезнь убьет тебя. Но если ты доберешься сюда, я смогу тебя вылечить. Чего я должен тебе верить? Потому что это не я в тебя стреляю. Ну, пиздец. Просто иди по моему маршруту. Почему ты мне помогаешь? Если Тейдман обнаружит тебя, погибнут люди. И я тоже. Нет, если будешь меня слушать. Мне это не нравится. Нравится, не нравится. Поторопись, пока не попал в ловушку. Для поиска ближайшего выхода сверьтесь со своим X. Для поиска ближайшего выхода сверьтесь.
Т. Для поиска ближайшего выхода сверьте со своим Х. Идет эвакуация. Идет эвакуация. Для поиска ближайшего выхода сверьте со своим Х. Для поиска ближайшего выхода сверьтесь со своим Х. Вы не врач? Успокойся, сейчас я тебя освобожу. Это тканевый лазер, плазменный резак. О, черт! Блять, ты что там копаешься? Вот, сука! Помогите! Я пытаюсь! Помогите! Да, сейчас, сейчас! Айзек, это Дейна. Расчленяй этих тварей, только так их можно убить. Знаю, у меня большой опыт. Просто будь осторожен. Спасибо.
Внимание! Объявлена тревога! Аварийные двери будут закрываться. Будьте осторожны!
ни хрена не сработал. Двери заблокировались. Ты сказала поторопись. Ты что, не слышал? Слушай, я и без тебя обойдусь. Слышь, там, посмотрим, сколько ты продержишься. Мне нужна твоя помощь! Ответь! Послушай, Айзек, я не навязываюсь в друзья, но так или иначе тебе придется полагаться на меня. Твой враг Тейдман, а не я. Все, нашла новый маршрут. Ладно. Так, где я, черт возьми? И откуда опять взялись эти некроморфы? Ты на станции Титан, на орбите Сатурна, а некроморфы, они... Черт! Тейдман глушит мой сигнал!
Какого хрена? Повреждение корпуса устранено. Добро пожаловать в Майкростор, инженер CEC Айзек Кларк. Переключаемся на инженерный интерфейс CEC.
зона вакуума. Станция сразу за жилым комплексом. Подожди! Я хочу знать, сколько я уже здесь пробыл! 3 года. Тейдман обнаружил тебя в космосе возле ИТ-7 и притащил сюда, чтобы изучить. Почему я ничего не помню? Обелиск оставил у тебя в голове самовоспроизводящийся сигнал. Чем дольше ты в сознании, тем больше нервных клеток он захватит. Он убивает тебя. Тейдман пытался замедлить процесс, подавляя твою память. Ты можешь это исправить? Только если успеть вовремя. Транспортная станция, шевелись! Let's go.
с гражданским кодексом станции «Титан» я ввожу в военное положение. Всем гражданским немедленно эвакуироваться. За мародерство расстрел на месте. Это не учение. Немедленно следуйте к ближайшим точкам эвакуации. О чем ты вообще? Зачем ты мне звонишь? Айзек, Айзек, ждите.
Я никого не впущу! Я не открою эту дверь! Повсюду некроморфы. Неужели они расползлись по всей колонии? Как это возможно? Ведь обелиск уничтожен. Дейна, я его уничтожил. Ты уничтожил обелиск А, но Тейдман создал новый. На этой станции? Зачем? Это мощная инопланетная технология, и Тейдман хочет заполучить ее в свои руки. Иди к транспорту, он доставит тебя на станцию башни Кассини. Дейна! Черт! Yeah.
маршрут. Что произошло? Я уж думала, мы тебя потеряли. Аварийная остановка. Где я сейчас? Как ты вообще там очутился? Подожди. Не самый приятный маршрут. Зато ты попадешь в жилой сектор башен Кассини. Проклятие! Тейдман опять засек твой сигнал. Не стой на месте. Ладно. Ты им очень нужен, Айзек. Держись. Я скоро свяжусь с тобой.